Впервые Свердловская область, Нижний Тагил, принимает спартакиаду сильнейших. Целый год мы к ней готовились, улучшали спортивную инфраструктуру, готовили трамплины, улучшали работу нашего судейского корпуса. Благодаря спортивному руководству Свердловской области, города, комплекса, уверен, что соревнования пройдут на самом высоком уровне. В бескомпромиссной борьбе наши спортсмены покажут красивые прыжки и быстрое время на дистанции. Более 300 спортсменов из Республики Татарстан, Краснодарского, Пермского и Красноярского краев, Магаданской, Нижегородской, Московской, Мурманской, Сахалинской, Свердловской областей, Москвы и Санкт-Петербурга прошли перед трибуной в праздничном параде. Мне очень приятно сегодня от имени главы города Владислава Юрьевича поприветствовать гостей наших в замечательном городе, городе трудовой доблести Нижний Тагил. И мне бы хотелось сегодня пожелать вам, в первую очередь, наверное, победы. Пусть победит сильнейших. Ну и как можно чаще приезжать к нам в гости. Спартакиада, которая проводится по трем видам спорта в Нижнем Тагиле, на горе Долгой, горе Белой, безусловно, это успех развития зимних видов спорта и спортивной инфраструктуры. Конечно же, погода прекрасная. Я уверен, что вы покажете прекрасные, хорошие результаты и обязательно победит сильнейший. Около 2500 спортсменов на аренах 5 российских регионов разыграют 107 комплектов наград в 14 видах спорта: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, кёрлинге, конькобежном спорте, лыжных гонках, санном спорте, сноуборде, фигурном катании, фристайле, хоккее, лыжном двоеборье, ски-альпинизме и прыжках на лыжах с трамплина. Последние три принимает Нижний Тагил. Соревнования надолго и начались пробными прыжками. Погода сейчас не очень, там то выдувает, то встречает порывами. Ну а так справляемся нормально, готовимся. Ждем побед, конечно, и хороших прыжков, чтобы порадовать себя и Тагил. Надо же смотреть, что будет на соревнованиях. Это сейчас так официально. Пробуем, посмотрим, что будет. Трамплин хороший, мне нравятся трамплины в Тагиле, но погода странная, ветер непонятный. Ожидаю хорошего результата от себя. А так, я думаю, подготовка будет хорошая и еще будет хорошо, надеюсь. Сегодня прыгуны с трамплина прошли квалификацию, своего рода допуск к основным соревнованиям. Предварительные прыжки с трамплина, так называемый provisional round, были у лыжных двоеборцев. Если в дни соревнований из-за погодных условий у них прыжки не состоятся, то спортсменам автоматически начислят баллы за сегодняшний день. Завтра на Долгой первые финалы.